Доброе утро, добрый день, добрый вечер всем, доброй ночи, если кто-то не спит. Приехал снова на океан. Последнее мое видео было тоже с океана. Ездил пару раз за чевычей, но почему-то рыба не заходит в маленькие реки. Сконцентрировался в больших реках и в океане. Не знаю почему. В принципе, сезон уже должен быть в самом разгаре, но вот почему-то лосось не хочет заходить в горные реки пока. Видимо, что-то им мешает. Какие-то температуры воды или температуры воздуха или еще что-то. Чего-то ждут, короче. У моря погода, наверное. День замечательный. 6:30 утра приехал. Сегодня последний день, наверное, отрицательных отливов, когда можно будет еще ловить вот в этом месте. Нижняя точка будет где-то 1.5 метра сегодня. Буду ловить опять вот с того места. Это самый такой высокий бугорок в этом месте. И здесь немного поглубже, в остальных всех местах мельче. Опять как бы будет цель поймать желательно зубастого терпуга. Самая наивкуснейшая рыба, которая у нас здесь водится, я считаю, из океанских. Ну и, естественно, если попадется морской окунь, каменный окунь. Так что все, пошел спускаться. Увидимся уже внизу. Вот я на своей точке. Буду ловить, как обычно, я ловлю морскую рыбу. Вот на такую джигу, 2 унции. Компания P-Line Laser Man. Я их не рекламирую, ничего, просто сообщаю, как говорится, факт. И леска основная, плетенка на 60 фунтов. И так называемый поводок, здесь он называется бампер, где-то метров, наверное, 5. Обыкновенная леска компании Maxima Ultralight на 30 фунтов. Все, пошел делать забросы. Надеюсь, сегодня будет удачный день. Забрасываю под 45 градусов в ту сторону, считаю где-то 5 секунд, раз, два, три, четыре, пять, и начинает вычить. Была поклевка, но промахнулся. Что-то тащу. На втором забросе. Сейчас посмотрим, что это. Ну, не крупное что-то. Так, не особо упирается. Ага. Окунек. Ну, он вообще маленький. Я его отпущу. Уж вообще малыш. Таких можно брать 5. Размер не важен, но это уж очень вообще никакой, поэтому он идет обратно в океан. Буквально через одну поклевку снова рыба. Упирается неплохо, но не очень крупный. Опять какой-то среднего размера, видимо. Берегу пошел, только не в траву, потому что в траве будет сложно.
А, сошел. Ну ладно. До свидания. Рыбачки пошли в океан. Но океан сегодня более-менее спокойный. Это здесь у берега как бы волна есть, а там в самом океане уже волны не будет. Ветра нету. Так что удачи вам, ребята. Ну, они, конечно, пошли за лососем. Но если лосося не будет, то будут ловить каменную рыбу. Ну, в смысле, окуньков, зубастых терпугов и так далее. На следующем забросе опять поклевка. Опять рыба на нападении прямо, даже не дала блесне опуститься. Уже тащу. Ну, это что-то покрупнее, но, по-моему, тоже не очень крупное. Сейчас посмотрим, что это такое. Ага. Ну, это немного получше. Вот он здесь. Это уже нормальный. Этого можно будет взять. Я его сейчас положу в лужу. Когда возьму 5 штук, я буду уже отбирать. Буду я его брать или нет. По мере ловли. Если будут попадаться крупнее, я мелких буду бросать обратно в океан. Вот он здесь. Пускай поотдыхает, поплавает в бассейне. Привет. Как дела? Забрасываю как можно далеко. Даю опуститься на дно и потом делаю твичин. Поддергиваю и подматываю. Поддергиваю и подматываю. Вот он на дне. О, сразу взял. О, что-то хорошее. Ребят, что-то хорошее. Прямо упирается конкретно. Упирается очень хорошо. Ух ты. Ух ты. Это да. Это что-то такое серьезное. Может быть. Посмотрим. Да, хорошо упирается. О, хорошо упирается, ребята. Вот он уже почти здесь. Надо посмотреть, что это, и на волне его вытащить. А, опять морской окунь. А, сошел. Вот ты какой, а. Снова рыба. Упирается неплохо. Упирается очень неплохо. Ага. На волне поближе его сюда. И на следующей волне попытаюсь его вытащить.
О, хороший. А! Опять сошел. Что такое? Что-то зацепилось. Тащу, тащу, тащу. Тащу. Сейчас посмотрим. Упирается неплохо. Упирается очень неплохо. Так, что это? Ну, это каменный окунь, конечно, я практически уверен. Вот он. Сейчас подожду волну и на волне подтяну его. Ага. Главное держать на натяжке. Потом на волне его вот сюда вытащить. Близко подходить не хочу. Все-таки волна приходит. Ага, вот. Еще поближе его подтянул. Вот он здесь. Неплохой. Неплохой. Вы лучше среднего. А, попал в водоросли. Ага, вот он. О, хороший. Очень даже хороший, ребята, смотрите. Вот какой окуняра морской. Отлично. Отлично. Сейчас я его здесь в бассейн брошу. По соседству. Со вторым. Вернее, с первым, которого я поймал. Держится еле-еле за один крючок. Вот он. Вот это приличный очень окунь. Вот у меня уже два. Пришел туман. И у меня поклевка после где-то 15-минутного перерыва. Но что-то не очень крупное вообще. Я бы даже сказал, что очень мелкое. Сейчас посмотрим. Опять каменный окунь. Ну да, я его сразу отпущу, потому что он ни о чем. Вот он такой малыш. Он уже вообще не нужен, как говорится. Таких мы не берем. Взялся за самый край губы. Сейчас. Передо мной плавает. Рыбу мою ловит. Ну ладно, я у него в гостях. Он как бы здесь домашний. Это его стихия. Так что жаловаться не приходится. Красавец. Тюленчик. А что-то есть. Ну, не крупное. Во всяком случае, упирается не особо. Сейчас посмотрим, что это такое. Скорее всего, морской окунь. На этой волне мы его сейчас притащим. Ага. А ну нет, нормальный. Я бы не сказал, что маленький. Средний, а то и больше. Так, вот сейчас на этой волне еще его. Оп, сюда поближе. Сейчас подожду еще волну. Иначе тащить через эту траву. Это бесполезно. Один крючок зацепится и все. Вот, вот на этой волне. Ага, 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 вот он. Ну вот он. Хороший. Хороший экземпляр. Вот так вот. Вот, ребят. Хорошая рыба. Это уже третья по счету у меня. Эту я возьму 100%. Что-то попалось снова. Но не очень крупное. Так. Какой-то средненький такой. Вот он здесь. В траве.
Буду ждать волны, когда придет. А, зацепился за траву, за водоросли. Вот на этой, наверное. Нет, очень сильно зацепился. Да, по-моему, я потерял здесь блесну. А, жалко. Отпусти, отпусти. А, жалко. О, сошел, но блесну вытащил. Ну и топ. Катер береговой охраны прямо передо мной здесь стоит. Волна сегодня выше среднего, поэтому просто как бы на чеку, когда лодки будут заходить и выходить в бухту, стоят как бы на всякий случай, если кому-то помощь понадобится. Молодцы, ребята. Ну вот сегодняшний улов. С утра клевало хорошо, но потом что-то перестало. Три неплохих окуня. Я попробую их закоптить. Я ни разу не коптил белую рыбу морскую. Но мне кажется, должно получиться хорошо. Уже сильный прибой, прилив, и уже пора отсюда уходить. Становится немного так, по-спортивненькому, как говорится. Еще, конечно, можно ловить, но что-то перестало клевать, поэтому поеду домой. Ладно, дома увидимся. Ребят, я не показывал, как я приехал домой этим вечером. Ну, что я сделал? Я порезал рыбку на филе, замариновал ее в соли и черном, коричневом сахаре песочном. И вот два дня спустя я у нас на крыше, деревяшки уже дымятся, рыбка готова, сейчас я ее буду выкладывать. Мариновалась у меня в холодильнике два дня. Первый кусочек. Второй. Если честно, ни разу не пробовал коптить морского окуня, это первый раз у меня. Очень много коптил лосося и всякого такого, лососевых, но вот морского окуня первый раз. Так что, надеюсь, получится хорошо. Ну вот, рыба разложена. Травишки дымятся, я думаю, ну, минут 40, наверное, 45. Рыба не толстая, поэтому много ей не надо будет. Окей, покажу уже финальный результат. Ну вот, я думаю, процесс копчения закончен. Вот рыбка вот такая вот коричневатого цвета, светло-коричневая. Сейчас ее соберу. Выключу грил и буду дегустировать. У нас стоит жара, 44 градуса по Цельсию, что вообще небывалое в наших местах. А я буду пробовать рыбу горячего копчения. Вот такой вот финальный результат. Но у нас жара, поэтому холодный пивасик, как говорится, не повредит. С копченой рыбкой сейчас буду дегустировать. Очень даже неплохо. Соль, коричневый сахар, сахарный песок. Прямо вот так вот. В следующий раз добавлю еще каких-нибудь специй, типа
остренького перчика, такого я люблю острое, поэтому я всегда готов добавить что-нибудь остренькое. Ну а так прямо замечательно. Буду повторять это делать не раз. Еще одно, как говорится, еще один рецепт в обойме своей. Поэтому очень рад, что я попробовал. Ладно, друзья, всем пока. Желаю вам удачи, всего хорошего. До следующих встреч. Пока.